Я Владислав Гриневич, я є регіональний менеджер українсько-єврейської зустрічі в Україні. Офіс наш в Україні було створено і існує з початку 2016 року, але у той період він спеціально був створений для того, щоб координувати організаційні зусилля по підготовці масштабної події. Як ви знаєте, у 2016 році було 70-річчя з трагічних подій у Бабиному Яру, коли лише за два дні розстріляли майже 34 тисячі людей, з яких переважна більшість були євреї. Отже, наш фонд разом з деякими державними інституціями в Україні, такими як адміністрація президента та ціла низка центральних органів виконавчої влади, провели вшанування цих подій, яке полягало в тому, що ми на протязі тижня в центрі міста в українському домі влаштували цілу низку великих проєктів. Це був молодіжний проєкт, коли ми запросили біля 300 молодих людей з усього світу, і вони мали нагоду навчатися, спілкуватися. Це був публічний міжнародний симпозіум, де видатні, не побоюсь цього слова, вчені і лідери думок також з усього світу два дні могли дискутувати з проблемних питань, що пов'язані з трагедією Бабиного Яру. Також це був масштабний архітектурно-ландшафтний конкурс по облаштуванню території парку у Бабиному Ярі. І завершилось це все великим, теж, знову ж таки, вибачте за тавтологію, масштабним концертом в оперному театрі, якому реквієм по Бабиному Яру грав Гамбурзький симфонічний оркестр під диригуванням Оксани Линів. Це зараз дуже популярна, відома українська диригентка, яка мешкає в Німеччині. Сухі цифри. Десь більше 50 публічних подій було нами зорганізовано у різних містах України. Тобто ми були і у Львові, і в Києві, і в Одесі, і в Миколаєві, в Ужгороді, в Мукачеві, Дрогобичі, в Умані, Білій Церкві, Житомирі, Чернівцях, Кам'янці, Подільському, Луцьку, Чорноморську, Гневичах, Дніпрі, Черкасах, деяких інших містах довго перелічати. Так, Острозі. Ну, я зараз намагаюся казати про те, що саме діяльність українського офісу, адже UGE, як канадський благодійний фонд, здійснює свою діяльність і в інших містах. Ми зараз тут маємо присутнього представника українсько-єврейської зустрічі в Ізраїлі, який теж доволі багато міг би розповідати. Це у нас була б, мабуть, така конференція на два дні про те, хто і в Канаді дуже багато робиться. Але я лише хотів просто сказати, що з нашими зусиллями було профінансовано видання декількох дуже важливих книжок. Це книжка «Євреї та українці», яка вийшла у 2016 році. Та наші всі книжки примітні тим, що ми намагаємося їх видавати одразу у двох мовах – у українській та англійській. Адже якщо книжка не видана англійською мовою, то про світ не дуже мало би тут знати. Отже, ця книжка Павла Роберта Магочі та Йоханна Петровського Штерна. Також це книжка, яка спеціально була приурочена до проєкту «Бабин Яр», про який я казав. Тут ціла низка видатних вчених з цього світу. Тут і Франція, Ізраїль, Нідерланди, Сполучені Штати, Канада, багато інших країн писали свої окремі статті, і це дуже насправді цікава книга. Остання наша книга, яку було за редакцією професора Вольфа Московича із Єрусалиму та відомої дослідниці, історика та співдиректора нашого фонду Алті Рдаль. Вона називається «Українська-єврейська зустріч. Культурні виміри». Це вже 25-й том, який називається «Євреї та слов'яни», який нещодавно вийшов друком українською мовою. Ну і остання книжка, до якої має відношення UGE в тому плані, що фінансувала її видання, це «Бабин Яр на тлі історії», упорядником якої є відомий дослідник Бабиного Яру Віталій Нахманович. І ця книжка одразу двома мовами. Це фотоальбом про архітектурний конкурс, про який я казав. Я дуже дякую за увагу і передаю слово. Дякую. Дякую.
Здравствуйте еще раз. Меня зовут Настя. Я представляю общественный совет благотворительного фонда, который называется «Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр». Что с названия следует? Эта инициатива, она была создана год тому назад для того, чтобы заложить, я не знаю, первые усилия и первые возможности построить полноценный музей, полноценный центр Бабьего Яра и в контексте темы Холокоста более расширенной на территории Украины. То есть это проект, который я сегодня представляю. Я принесла вам видео, которое лучше бы рассказала о проекте, чем я, но, к сожалению, я не могу вам его показать в связи с тем, что у нас нет технической возможности, поэтому я, может быть, если вам будет интересно, с удовольствием поделюсь, там, может быть, через Аню в интернете. Это прекрасный пятиминутный короткий ролик обо всем. Вот. Но если вкратце, что собой являет проект, вот как мы видим это в будущем, да, то есть сейчас мы благотворительный фонд, который собирает деньги, взносы, помощь финансовую на создание такого центра. И плюс сейчас мы работаем больше как образовательная инициатива, которая сейчас дает возможность изучить и узнать больше о тех событиях, которые случились в Бабьем Яру, и о Холокосте в Украине в целом. Вот то, что говорили наши коллеги, очень важно поднимать эту тему и расширять знания украинцев и мирового сообщества о трагедии. И плюс исследовать эту тему, потому что вот на этом столе мы, в принципе, видим ту современную литературу, которая есть о столь важном для, мне кажется, для жителей Украины событии в историческом контексте. И это, в принципе, все. И мы со своей стороны пытаемся максимально расширить рамки изучения не только Бабий Яр, может быть, Холокост на территории других городов Украины, как это проявлялось, что происходило. Плюс, конечно же, делаем основные исследования, которые будут положены в основу нарратива нашего музея в контексте Бабьего Яра. Вот. Кратко, что мы видим в будущем? Мы видим такую трехуровневую систему, то есть это музей, как экспозиционное пространство, где будет постоянная экспозиция исторического контекста, конечно же, и временная экспозиция. Мы сейчас уже имеем такую маленькую, я не знаю, кочующую выставку, с которой мы ездим в Европу, презентовали ее в Европарламенте, также по Украине, где мы рассказываем больше о тех событиях, которые произошли в Бабьем Яру. Вот. Помимо этого, мы видим в этом комплексе нашего центра образовательную платформу и исследовательский институт. Образовательная платформа мы со своей стороны очень сильно видим. Я надеюсь, что, может быть, весной, если мы останемся с вами в связи, я смогу поделиться. Мы проводим социальное исследование, в котором анализируем знания наших жителей нашей страны на тему Холокоста, на тему Бабьего Яра, как люди это воспринимают, какие ассоциации это вызывает. И могу вам с личного опыта сказать, я была на фокус-группах. Это достаточно эмоционально и печально. Поэтому мы со своей стороны видим такую нишу, которая до сих пор, можно сказать, не занята со стороны образования, чтобы больше рассказывать в доступной манере и детям, и взрослым, потому что и взрослые, к сожалению, не очень хорошо знают историю, для того, чтобы как можно больше расширять пространство, расширять аудиторию, для которой в финале наш музей может быть интересен. И последняя часть – это исследовательская платформа, то есть исследовательский орган, как в любом музее большом, он существует, в котором мы сможем давать возможность современным исследователям, современным историкам изучать тему и, опять же таки, расширять количество этих людей, которые этим занимаются. Что делаю конкретно я? Я вот принесла много брошюр, нашу общую, в общественном совете, я потом закончу, раздам. Мы, так как мы являемся фондом, не государственной структурой, для нас очень важно было понять и узнать, как общественность относится вообще к идее создания такого музея, такого центра в Украине. Поэтому мы создали общественный совет, это инициатива, вот как мы, почему мы с Аней познакомились, потому что я приглашала их присоединиться к этой инициативе. Это определенный такой нетворкинг, система всех людей, которые, во-первых, или заинтересованы лично в трагедии и в построении такого центра, увековечивающего память этих событий,
событий. У нас очень много людей с Европы и с Америки, у которых родственники, к сожалению, погибли в Бабьем Яру, и которые вот этой поддержкой, то есть это не финансовая поддержка, это поддержка идейная, поддержка нас как инициативы со стороны общественности Украины и мира. И вот я бы хотела всех вас пригласить. Процедура совершенно простая. Вот вы потом сможете ознакомиться. У нас, как в любом общественном совете, двухгодовые заседания и обсуждение того, как мы можем вместе сотрудничать, делать новые проекты и как ваша деятельность может повлиять на то, что мы делаем. Может быть, какие-то практические советы или просто ваша поддержка идеи, которую мы пытаемся воплотить. И также хотела сказать, что на базе общественного совета мы уже провели два таких проекта с нашей поддержкой. Мы сейчас помогаем создать фильм о праведниках Украины, которые остались живы, или тех праведников, которые не получили еще подтверждения того, что они совершали дела, но они рассказывают свои истории. Это фильм, видеопроект. И также мы работаем также над книгой сейчас, еще одной в Бабьем Яру. И мы открыты к дальнейшему сотрудничеству на более широкие темы прав человека, толерантности и любого исторического контекста в Украине. Вот, поэтому, пожалуйста, если вам будет интересно, после я бы с удовольствием пригласила вас в общественный совет, и, может быть, вы присоединились к нашей инициативе. Спасибо. Спасибо. Да, 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 конечно. Место для строительства, да. Уже выбрано? Да, выбрано. Смотрите, есть три этапа. Ага, потом, потом. Я запомню потом. Может, да. Вопрос такой очень... А, ответить сейчас, сейчас, хорошо. Смотрите, мы находимся сейчас на этапе, так сказать, начинающим, да, и есть три вещи, которые мы, нам кажется, сделали уже первый шаг. Первая часть – это участок, да, мы подтвердили локацию, где это будет находиться на территории, если вы знаете, да, территории Бабьего Яра, да, то есть там есть спорткомплекс, территория спорткомплекса, мы провели исследование, геологическое исследование, которое выделило рубеж, территорию кладбища, которое там находится. И мы от нее, понятное дело, отступим и не будем там ничего строить, так как сам участок достаточно велик. Вот. Но о строительстве и архитектурных каких-то там ценностях этого места еще не могу говорить, потому что только на следующий год это будет происходить. Как участок, как территория, да, она сейчас выделена, ну, то есть мы ее не получили, да, но мы в обсуждении, но из выбранных участков был выбран именно этот. Также мы находимся сейчас, кратко, буквально минута, находимся сейчас на подготовке исторического нарратива, и вот у нас не только общественный совет существует, также и существует публичное обсуждение нарратива, там, если вы историк или вам интересна эта тема, можно приходить, давать свои комментарии, свое мнение, для того, чтобы в финале нарратив музея исторически соответствовал ожиданиям общественности. Дуже приємно сьогодні бути з вами, дуже приємно сьогодні зустріти черговий раз Анну Жарову з її прекрасними ідеями і з тим, що постійно йде рух у напрямку співпраці Україна-Ізраїль. Дійсно, мій фонд, він займався, була співпраця саме після Майдану, але під час Майдану, але після Майдану ми, як наша команда людей, які робили, займалися соціальними проектами, ми вирішили щось змінити, тому що нас не влаштовувало той вхід справ, які відбуваються в державі, яким чином приймаються рішення. І стало так, що ми дійсно така от нас команда громадських активістів зараз керує містом Ірпінь. Ми абсолютно подолали корупцію, і тому от за 3 роки за останніх ми збудували в нашому місті, щоб ви розуміли широту наших соціальних інвестиційних проєктів, до яких ми відкриті, це 140 інфраструктурних об'єктів. Тобто ми збудували стадіони, садочки, відкрили 5 парків, 5 скверів, багато з них меморіальних, культурних, зі унікальними скульптурами. У нас так само вийшов ще інвестпаспорт, в якому закладений і мистецький центр, і медичний центр, який ми зараз в процесі будівництва. У нас ми відкриті абсолютно в напрямку культури, освіти, медицини,
туризму. І щодо, от, якщо шукають, наприклад, з гарною ідеєю люди приміщення для, наприклад, для освітнього проєкту або земельну ділянку для будівництва мистецького центру, то куди ви можете прийти з ідеями, в першу чергу, це місто Ірпінь, це місто 10 кілометрів від Києва, і ми абсолютно відкриті, завжди включаємося, і окремо можу просто показати ті 140 об'єктів, які ми збудували за 3 роки. Ви в Україні ніде такого не знайдете, тому що, якщо, і всі питають, де ми беремо гроші, щоб набудувати все це для свого міста, ці всі дороги, будинки культури, які в Україні за останні 2 роки взагалі не будувалися. Відповідь завжди просто одна. Просто не треба красти. Якщо не красти, то гроші завжди є в держави. Це про те, про наша взагалі політика, наша взагалі філософія, з якою ми працюємо. Я сама займаюся соціальними проектами, і у нас багато ідей, які впроваджені, які зараз на етапі впровадження. Це стосується освіти і медицини. Деякі є культурні проекти. І всі ваші ідеї, будь ласка, ми відкриті. Я зараз не буду розказувати про ці конкретні ініціативи, бо це дуже довго, і вони стосуються міжнародної співпраці. Тому що завдяки громадській діяльності найцінніше – це наші контакти, це наші зв'язки, наша з вами співпраця, і це найважливіше. А всі інші ресурси можна знайти. Тому… Що я хотіла б? Я хотіла закликати до співпраці, сказати, що я сама в півроку прожила в Ізраїлі, і я прекрасно розумію, і співпрацювала з ізраїльськими організаціями, і я розумію, наскільки це може бути дійсно дієва і продуктивна співпраця. Я думаю, що це якраз те, що зараз потрібно Україні, і, будь ласка, велкам. Ми готові, ми відкриті. У нас випускається дуже багато книжок. Ми зробили художній пленум. Тобто, насправді, щодня у нас відбувається, приїжджають якісь делегації з якихось міст. Ми підписуємо меморандуми співпраці з іноземними теж містами-побратимами. Випускаємо книжки, робимо художні виставки. І якраз той момент, коли ви можете скористатися, і от через Анну Жарову ми можемо реалізувати важливі справи. Вы знаете, ну, я, наверное, начну с того, что наше взаимодействие с нашими израильскими партнерами, оно не ограничивается на мировом экологическом движении, простите, на тех направлениях, о которых было сказано, поэтому начну сначала. Скажу о том, что Израиль особенная страна с особенными традициями, и хочу абсолютно уверенно сказать, что без проводников в области содружества и сотрудничества понять Израиль, израильский менталитет и всю саму вот эту вот сущность кооперации практически невозможно, потому что помимо особенных традиций есть особенные правила, внегласные, которые созданы внутри страны для ведения бизнеса, для развития социального предпринимательства, для других направлений. И абсолютно отчетливо понятно, что именно руководство страны занимается вот управлением всеми межличностными отношениями. Только при помощи активистов, общественников и тех людей, которые являются проводниками, возможно, в принципе, восстановить, ну, в данном случае, то, о чем сегодня говорили, исторические корни, либо приблизиться к культуре. Я хотела бы начать свой рассказ с того, что знакомство Let's Do It – это то направление, которое появилось в Украине 4 года назад. На сегодняшний день я являюсь после последних выборов вице-президентом всеукраинской организации. Это мировая экологическая организация Let's Do It World. Она представлена в Украине организацией Let's Do It Ukraine. Мы занимаемся экообразованием на ежегодные акции. В прошлом году одна из самых крупных акций наших, которые состоялись, это акция «Сделаем Украину, зробимо Украину чистую разум». 26 апреля по всем городам Украины мы вывели на глобальную уборку практически 1 000 000 украинцев. Поэтому нам есть чем гордиться. У нас порядка 15 проектов. Наша специализация – это прежде всего образование детей, образование молодежи. И мы хотим нести доброе, светлое, вечное через обмен культурным опытом и через
усовершенствования образовательных процессов, потому что только за этим будущее. Я скажу, что помимо Let's Do It Ukraine нам есть чем поделиться. Обязательно оставлю свои контакты, оставим Facebook, там почту, как это будет удобно. Потому что наша история взаимодействия с Израилем началась немного раньше. Буквально 4 года назад, благодаря моему мужу Роману, мы стали импортерами. Вот Роман сегодня поддерживает морально, не даст соврать. Мы стали импортерами израильской косметики Масада. Это предприятие Револярба, оно аккредитовано одно из 5 предприятий на территории Израиля, которое аккредитовано на вывоз косметики Мертвого моря, которое содержит более 40% натуральных компонентов. Ну зачем вы так? Но если вам это нужно... Наша профессиональная деятельность связана с рекрутингом на самом деле еще, поэтому мы можем вам помочь. Вот. На самом деле, если без шуток, вы знаете, взаимодействие в... Наверное, об этом не принято говорить на конференциях, но взаимодействие в белой прозрачной вот сфере, когда ты платишь налоги, когда ты официально завозишь товар, когда ты официально реализуешь маркетинговые рекламные кампании, на самом деле это большой труд. И хочу вам сказать, что если это труд внутри страны, когда производство находится, например, когда это ментально украинское производство, да, когда все процессы понятны, ты сертифицировал товар, поставил его на полки, спланировал рекламную кампанию, побежал дальше, то взаимодействие международное, оно связано с большим количеством, наверное, погрешностей, планируемых и непланируемых. Оно связано с взаимодействием с международными разрешительными инстанциями, не только с таможней. Оно связано с международной сертификацией, с особенностями ведения бизнеса, с особенностями ценностного ряда тех людей, которые являются управленцами вот этого процесса с двух сторон, собственниками одних и других компаний. По большому счету мы сейчас говорим о том, что когда ты в Израиле, есть особенности. Есть особенности, которые связаны не только с шаббатом, с самыми простыми, да, вещами, которые связаны не только с Новым годом и трехнедельными практически праздниками, которые связаны с остановкой практически там, всех функционально служб, направлений, рабочих процессов на достаточно длительный промежуток времени. Это связано с особенностями ведения бизнеса, которые отличаются от, например, Америки, которые существенно отличаются от Канады, от Европы, от Чехии, от Польши. Потому что вопрос финансово-экономический, он стоит ребром немного другим образом. Организация самого дня каждого человека, мы имели возможность прожить в Израиле, там Рома больше, я в меньшей, конечно, степени, там в разное время, там от 3 месяцев до полугода, поэтому прочувствовать особенности культуры, особенности того, как жители коренные, о том, как репатрианты, например, реагируют на там, процессы такие, как минуты памяти, да, и многие другие вещи. То есть это то, что показывает нам, что на самом деле в единстве сила. И исключительно единство может помочь и украинцам, и израильтянам, и евреям и еврейской общине. Стать едиными – это именно то, что нас с вами может привести к общему результату. В Украине на самом деле мы имеем ряд проектов, которые касаются волонтерской деятельности. То, о чем мы говорили с Аней. О особенностях бизнеса я могу рассказывать бесконечно. Я могу рассказывать о рекрутинге, о международном сотрудничестве там, по подбору персонала и так далее, и так далее. Но один из ключевых моментов – мы познакомились во времена революции. И нас на самом деле объединила именно идея того, что люди во всем мире стали причастны к процессу, который сейчас даст нам возможность сделать лучше нашу страну и который даст нам возможность привести наших детей к лучшему будущему своими руками. Мы сталкивались с разными ситуациями, с особенностями перелетов, с особенностями транспортировки волонтерской помощи, с особенностями взаимодействия по лечению наших раненых, с особенностями взаимодействия с международными гуманитарными грузами. Наверное, стоит сказать, что за первые полтора года ведения, например, там военных действий и около военных действий. У нас инициатором этого процесса, конечно, был Рома, потому что он как мужчина там более
проникается моментами, которые касаются, наверное, военных действий, которые касаются патриотизма, которые касаются защиты слабых. Хочу сказать, что мы провзаимодействовали практически со всеми организациями, но единственное, мы ни у кого никогда не просим денег. Мы организовывали этот процесс всегда самостоятельно. Это процесс, который касался нашего внутреннего семейного отношения к событиям, которые происходят. Благодаря нашим израильским друзьям, с которыми мы опять-таки начали общаться в период сложного не только для, там, наверное, страны, но для каждого человека время, хочу вам сказать честно, что расширение горизонтов и кооперация, прежде всего информационная, дает большие возможности иногда и чаще всего, нежели финансовые, нежели какие-то финансовые вливания и нежели какая-то финансовая помощь. У нас был один опыт, о котором я, пожалуй, расскажу для того, чтобы была понятна зона нашего применения. По каким вопросам к нам можно обращаться, чем мы можем быть полезны для тех людей, которые в этом нуждаются. Вы знаете, ну, из последнего опыта, после лечения, после совместного лечения, после помощи там, воинам АТО, после помощи семьям АТО, у нас на сегодняшний день есть партнеры, которые продолжают, находясь на территории Израиля, да, благодаря нам, с которыми мы совместно помогаем семьям, которые находятся на территории Украины. Хочу вам сказать о том, что последний вот опыт был такой. По большому счету идет велотекущий конфликт. Есть люди, которые пострадали, есть люди, которые пережили эту ситуацию, есть воины АТО, есть ветераны АТО, есть организации, которые этим занимаются. Наш случай, да, о том, когда люди приезжают после тяжелейшей, практически годичной, полуторагодичной реабилитации и возвращаются в страну, которую они надеялись изменить. В этой стране, к огромному сожалению, их ждет разочарование. Скажу вам почему. Потому что те усилия, которые были приложены, например, к защите своей земли, к защите своих семей, для них, например, увенчались тем, что после возврата, после длительного лечения они лишились всех своих преференций, выделенной для них земли. Мы сейчас говорим о ветеранах антитеррористической операции. И лишились, по большому счету, всех преференций, которые они должны были получить в связи со своим статусом, по той причине, что, извините, их списали со счетов, как людей, которые уже никогда не пройдут реабилитационный процесс. Вот. Эти вопросы, благодаря взаимодействию, сотрудничеству, правильному информационному обмену и честным, прозрачным отношением, потому что дороже, чем честь и совесть, ни у кого из нас с вами, я уверена, ничего нет. Все эти процессы, на самом деле, они управляемы, исправляемы, и я думаю, что, объединяясь, у нас большие перспективы будут. Спасибо. Теперь вопрос. Абсолютно побороли коррупцию. Угу. Расскажите, как? Перестали давать деньги наверх, перестали договариваться, перестали... У нас, куда бы ни зашли, в какую нашу инстанцию... Вы лично или весь... Громада Ильбеня, наша міська рада, депутатский склад. У нас взагалі, якщо якийсь такий випадок встається, то я не знаю жодного, і ну, насправді, але якщо щось навіть і таке може бути, або якась іде чутка, то ну, цією людиною просто перестають одразу мати справу, от і все. Так, відкатна система у нас не працює, такого у нас нема. Ну, я розумію, що це дуже, дуже дивно звучить, але ви, якщо ви прийдете просто в Ірпінь, і побачите, що ми зробили за 3 роки, ви просто і подивитеся кошториси, і ви зрозумієте, що чому всі кошториси на 50% менше, ніж це по всій державі робиться, дороги, наприклад, або парки. То відповідь проста. Просто береться конкретна вартість робіт без всіляких оцих надбавок, які... А ви досвідом ділитесь другими? Ділимося, і тому нас пресують за це, і ми... нам дуже непросто. Ви, мабуть, чули багато теж про нас на телебаченні, але ж ви теж розумієте, чому, якщо про людей починають говорити так багато на національному рівні в такому негативі, то для цього є серйозна причина, і завжди, в першу чергу, це що, гроші.
От і все. Але оскільки ми всі волонтери теж, ми прийшли туди як волонтери, у нас одні цінності. Ми взагалі не знали, що це таке, як це робиться. От. Тому в нас не було з цим проблем. От. І зараз ми намагаємося передати, але просто люди бояться. Ну, це насправді дуже непроста справа. Піти проти системи – це ризик для вашого життя насправді. Треба бути командою, це не просто. Якщо вам цікаво, ми можемо зробити іншу зустріч. Можна до вас цієї питання. Ви створюєте, маєте намір створити комплекс Бабин Яр на території Бабиного Яру, що є в Києві. Питання в тому, чи покроково ви все робите вірно, погоджуючись з усіма інституціями, щоб потім не було конфліктів? Так, звичайно. Це певно такий важкий етап формування. Ми зараз знаходимося на стадії підписання меморандуму з Міністерством освіти, Міністерством культури, з містом, для того, щоб ми мали документ державний, так, який підтверджує те, що благодійна організація має право будувати. Потім другий етап з приводу будування в прямому сенсі. Якщо ми починаємо будувати, там є певна, я насправді, слава Богу, цим не займаюсь, але там є ці кроки підтвердження кожного етапу будівництва. Територія, локація, потім фундамент, потім стіни, тобто це такий довгий процес, який так само 100% має погоджуватися з містом та державою. Тому, звичайно, так, в будь-якому випадку ми маємо співпрацювати, ми співпрацюємо якомога тісніше, для того, щоб в фіналі цей продукт мав не якесь національне значення, але не був просто напрацюванням нашого фонду. Вона здається в оренду. І ви надієтесь українського отримати? Ні, не отримати, орендувати. Ні, орендувати, звичайно, отримати безкоштовно. Вона, дивіться, я розумію ваше питання. На жаль, я не юрист, але в будь-якому випадку, коли підписується контракт на оренду, так, ми зі свого боку вважаємо, що ми маємо його створити, цей контракт, до того, коли музей буде створений. Ну, тобто збудований. Потім ця земля, якщо ми не можемо оплачувати так цю оренду, вона буде надаватися державі, напевно, з музеєм так само, якщо така ситуація відбудеться. Я маю на увазі, якщо наші кошти закінчаться, держава просто забирає, мені здається, музей собі. У вас не існує дитячий інтернат, у вас же є будинки. Домашнього типу, так. Так. От ваші хлопці, там, дівчата приїжджали до нас. До вас модель. Куди? Ага. Цю модель теж пропонували, але виринути саме міськурату у нас неможливо. В Одесі і в Дніпрі. А ваш мер прийшов у конкурсі. Також воно працює і ще не виявляється, але приїжджала Катя, вона казала, дуже важко було. Ні, не важко. І я вам скажу, що у нас є, працює теж на волонтерській основі. Ми відкрили центр для внутрішньопереміщених осіб. У нас є 3 будинки дитячого домашнього типу саме для переселенців. Там по 7, 8, 9 дітей. Це тільки переселенці. У нас взагалі десь населення міста 70 тисяч, 9 з яких 9 плюс 9 – це переселенці. У нас дуже багато людей приїхало зі Сходу, ми їх всіх прийняли. Хоча у нас величезне навантаження на школи, на садочки, на всі наші соціальні сфери, але ми з цим впораємося завдяки гарним людям, позитивному ставленню. От, і 3 з них, оцих будинків, це саме ми прийняли дітей зі Сходу. Тому проблем нема. Проблема лише в тому, що дійсно ми шукаємо, де їм жити, як їм платити за комунальні. Ну, постійно це дійсно питання, бо нема державних програм, розумієте? І все звалили, зараз децентралізацію це назвали, але звалили фактично все на плечі місцевого самоврядування. І, вибачте, ми тепер, ну, це багато можу говорити, але ми маємо платити за світло, за всі комунальні. Якщо це була субвенція раніше державна, то тепер ми маємо платити з міського бюджету, замість того, щоб побудувати садочок або зробити дорогу. Ну. Але то таке. Ви говорили, що займаєтесь екологічним образованням, так, в масштабах культури. При этом ми знаємо, що в той же Україні хищнически вирубаються ліса в Карпатах, уничтожаються землі під добичу РТР. Тобто, з одної сторони, ви бажаєте займатися екообразованням, з другої сторони, частний бізнес, безконтрольно уничтожают природу Украины.
Как можно с этим бороться? По поводу того, как можно с этим бороться. К сожалению или к счастью, я все равно вернусь к теме образования, потому что вопрос, который касается вырубки лесов, который касается взаимодействия с животным миром, который касается вопрос с другой стороны, промышленная тема, да, это промышленная загрязненность, это заводы, это выбросы, это все те моменты, которые касаются так званых «сталых думок». То есть это сформировавшаяся позиция людей, которые, ну мы понимаем, да, находятся во власти, либо находятся в бизнесе, то, о чем вы говорите. Это взрослые люди, которые реализуют процесс своей капитализации вот таким вот образом. Как мы можем с вами на это повлиять? Повлиять глобально, сказать о том, что мы сейчас соберемся, нас будет 5000 человек, и мы решим этот вопрос, я думаю, что мы не сможем, потому что это все намного глубже, это формировалось годами. Влиять на эти процессы мы можем только образовательной функцией взаимодействия с детьми. Опять-таки, это сейчас мы запустили, у нас уже Николай второй год работает, это марафоны раздельного сбора отходов, в курсе которых как раз взаимодействие с окружающей средой, все постулаты, которые касаются охраны окружающей среды и охраны природных ресурсов. Исключительно через образование молодежи, подростков и детей в возрасте с 5 класса до, соответственно, 11-го. И второй, более старший курс, второй курс института, четвертый, там, пятый. Это, на самом деле, прекрасно, потому что просто дети не остановят вырубку на Карпатах и уничтожение земель на Волыни. Совершенно с вами согласна. Дети не остановят, но дети вырастут через 5 лет, дети будут специалистами на местах. Опять-таки, если мы говорим о том, что полномочия переходят... Ну, смотрите, за 25 лет независимости пока что все леса не вырубили. Опять-таки, мы с вами можем говорить о том, что из последнего опыта, если мы конкретно говорим о лесах, Киевская область, в рамках взаимодействия с партнерами, с теми же, например, PepsiCo, не на правах рекламы, а потому что они это действительно делают, да, выезжает 350 человек, которые высаживают 400 деревьев. Это акция, например, прошлого месяца. Таких акций мы проводим порядка 8 по всей территории Украины. То есть у нас с вами выбор небольшой. Мы можем быть недовольны тем, что происходит, либо мы можем работать с подрастающим поколением и создавать новые возможности. Других вещей мы не остановим с вами, это поверьте. Вошло в историю Украины тем, что первая, которая растаможила официально. Это совершенно верно. Мертвого моря на основе грязи. Мы растамаживались первый раз по лакокрасочному кадаву. То есть 20 совершенно лет, правда. Мы сидели вообще без регистрации. Мы были первыми, кто растаможил косметику Мертвого моря на основе грязи, то, о чем говорит Рома, на территории Украины официально, когда они увидели пробники, саше обычные. Да, это эко-косметика, да, она не тестируется на животных. Опять-таки, мы сейчас не о рекламе говорим. Мы говорим о том, что я прихожу на таможню, кладу контракты, прайсы, мы кладем весь пакет документов из 28 документов. Ее поднимают, говорят, слушайте, говорят, а чего вы вообще сюда пришли? Мы стоим, смотрим на них и не можем понять, в чем дело. Говорит, так а вообще, ну, нормальные люди не растамаживают пробники, вы что, не знаете? Вы говорите, что вы занимаетесь экологичной освітою и так далее, и сразу говорите про бизнес. Ну, напевно... Вы знаете, совершенно верно, я вам объясню... да, прошу. Ну і у вас ніби дуже правильний підхід працювати з дітьми, працювати зі школи і так далі. От, наприклад, на Поліссі йде оце видобування бурштину, абсолютно таке хаотичне, звіряче і так далі. А знаєте ви, що, наприклад, протестанти, пресвітери заборонили добувати незаконну бурштину своїм вірним? І ніхто, ні діти, ні дорослі не йдуть і не добувають в такий спосіб цей бурштин. Тобто існує. Православні священники покупляли помпи і очолили видобування цього. Тобто, мені здається, що вашій організації треба було б якось зробити таку піар-кампанію православним священникам, які цей так ставляться і так впливають на колектив, і знову сказати про тих протестантів, які, от розумієте, от сила слова в одному випадку і сила ідеї в другому. Ваш вопрос я услышала. Значить, смотрите, я прошу прощения, я буду... Я с удовольствием
Ань, я с удовольствием отвечу на все дополнительные вопросы в персональном сейчас формате. На этот вопрос отвечаю кратко. Начиная от вырубки лесов, заканчивая добычей янтаря и многими другими вещами, вы хотите, чтобы земные люди решали неземные проблемы. Вы же понимаете, о чем вы говорите. Вы призываете, вы понимаете, то есть есть политика, религия и еще несколько вещей. Когда рост этих вещей происходит естественным образом, когда это потомственные вещи, которые касаются культуры и религии, например, это нормальное взаимодействие. Но мы не можем насаждать детям инструментально те решения, о которых вы говорите. Потому что дети должны расти здоровыми, опять-таки экологичными с точки зрения взаимоотношений с окружающей средой. И давайте говорить о том, что вы сейчас озвучиваете глобальные проблемы, на которые мы можем повлиять, будучи взрослыми, мы с вами, будучи взрослыми, придя в определенные кабинеты и взяв на себя ответственность, если у нас для этого хватит компетенции, желания и силы духа. Другого пути не будет.